Гайнуллин Иван Ефимович родился 18 сентября 1924 года в селе Кочубеевском Ставропольского края в семье крестьянина. Русский, член ВКПБ с 49 года, образование начальное, работал трактористом. В Красной действующей армии с июня 42 года. Из наградного листа. Командир орудия старший сержант Гайнуллин, участвуя в боях против немецко-фашистских захватчиков, показал образец смелости, стойкости и отваги. Командир орудия 667-го стрелкового полка старший сержант Гайнуллин в феврале 45 года в боях за город Бреслау со своей кочующей пушкой уничтожал огневые средства противника, чем давал возможность пехоте продвигаться вперед. При подходе к населенному пункту Цвейброд наша пехота натолкнулась на сильный пулеметный минометный огонь. Тогда Гайнуллин двумя меткими выстрелами уничтожил зенитную пушку противника, после чего перенес огонь по пулеметным минометным точкам противника, обеспечил успех атаки нашей пехоты и захват села Цвейброд. За проявленную самоотверженность в боях с немецкими захватчиками за умелое ведение огня по фашистам удостоен звания Герой Советского Союза. После войны вернулся на родину, окончил курсы механизаторов, работал бригадиром в колхозе на хуторе Васильевском Кочубеевского района. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Слава трех степеней, медалями. Умер 3 февраля 1977 года. Именем героя названа улица в селе Кочубеевском Ставропольского края.